В России заметно выросла себестоимость производства молока. Для населения такая тенденция может обернуться очередным удорожанием этого продукта, а также остальных видов молочки. Об этом пишет «Коммерсант». Одна из причин такой ситуации – резкий рост стоимости кормов, например, жмыха и кормовых добавок. В результате производители экономят на них, из-за чего снижается продуктивность. Темпы ее роста к маю текущего года сократились с 6 до 2%. При этом производители молока жалуются на слабый рост цен на их продукцию. Из-за этого аграрии не могут компенсировать свои издержки. В качестве выхода видится получение дополнительных субсидий, например, до 2 рублей за 1 литр. В Федеральном министерстве сельского хозяйства уточняют, что правительство страны уже приняло комплекс мер, которые позволят сократить издержки производителей молока.